Груша ноябрьская, конец сентября, пора снимать плоды. Груша, три груши огромные, три плода. Самому саженцу, по-моему, 2 года. И на 2-й год она уже дала плоды. Вот, и вот такой вот результат. Три огромные груши. Значит, конец сентября, и я буду снимать груши и ложить их на улеживание, потому что техническая спелость после съема у этих груш наступает еще месяц, они должны полежать. В холодильнике она может храниться, плоды могут храниться до декабря месяца, даже до весны. Не знаю, посмотрим, хочу проэкспериментировать, попробовать. Хотя бы одну грушу сохранить до Нового года. У меня, правда, много желающих их съесть, но все-таки попробуем. Вот такой вот обзор сорта груши ноябрьская. По-украински этот сорт еще может звучать как листопадовая. Плоды очень огромные. Приступим. Такие вот красотки будут ложиться на улеживание в холодильник. Буду я хранить их там месяц. Ну, дальше посмотрим. Будем пробовать, обязательно продегустируем и поделимся своим впечатлением. Всем пока!